Сахалине спасатели освободили сивуча, который больше 3 суток провел на льду и не смог вернуться в воду. О проблеме у животного в МЧС по Сахалинской области просигнализировал местный житель. Как объяснили спасатели, накануне животное вынырнуло из воды, однако пока находилось на льду, трещина замерзла. Таким образом, путь в море для сивуча был закрыт. Животное весом 80 килограммов пролежало на береговом припае более 3 суток. Тогда спасатели прибыли на снегоходе с санями и вместе с представителями общественности спасли сивуча. Его довезли до открытой воды и выпустили на свободу. Отмечу, сивучи являются самыми крупными ушастыми тюленями. Во взрослом возрасте самец может достигать 3,5 метров в длину и весить до 1000 килограммов. Они занесены в Красную книгу России. На планете существует всего 3 лежбища сивучей. Они располагаются на Сахалине, на Камчатке и в Сиэтле.